Желания жителей Брестской области не остались без внимания. Белавия запускает новые регулярные рейсы. С 3 апреля из Брестского аэропорта можно будет добраться до Москвы. Уже через месяц рейсы по маршруту Брест-Москва, аэропорт Шереметьево-Брест будут осуществляться 2 раза в неделю на воздушном судне Embraer-175. Перелет между городами займет всего 1 час 45 минут. Стоимость билетов зависит от предложений туристических фирм, а их продажа уже началась. Значит, с 13 мая конкретно есть уже дата начала чартерной туристической летней программы, программы на курорты Турции. Это будет полет в Анталию. В дальнейшем спрос у жителей нашего города есть на регулярные полеты в Санкт-Петербург, на курорты Российской Федерации, это минеральные воды. По этому направлению мы работаем, плотно работаем как с Белавием, так и с другими авиакомпаниями. Сегодня самолет – самый удобный и быстрый вид транспорта, поэтому неудивительно, что брещане оценили такую возможность слетать из Бреста в Москву и обратно. Как вам такая новость? Очень неплохо, потому что ехать довольно-таки много на поезде. А цены как устраивают? Приличная цена для самолета. В принципе, почему бы и нет? Потому что Брест достаточно большой город, сообщение нужно. Хотелось бы, чтобы не только в Москву. В принципе, я считаю, что это адекватная цена по соотношению с железнодорожным транспортом. И учитывая время, которое тоже у нас сегодня достаточно дорого стоит. Цены сопоставимы с поездом. Я бы выбрала самолет, учитывая то, что час 45 это в Москве. Поэтому очень хорошо. Вообще отлично. Я вот даже летом планируем мы лететь из Москвы на отдых. И там, конечно, по средам, по субботам вылет. Но если бы изменили расписание, я думаю, мы бы воспользовались. То есть я только за. Вообще отличная идея. Конечно, здорово. Можно куда-то съездить еще, так сказать, экономишь в Москву. Время. Спокойно прилететь дома. То есть здорово, конечно. А если бы сейчас постоял выбор все-таки на поезде или на самолете, что бы было? Самолет. Самолет, да. Ну, 85. В принципе, 85 евро это сколько у нас долларов? Это в белорусских рублях. Это практически такая же цена, как и на поезде. Угу. Порядка 200 рублей, по-моему, стоит. Куда хотели бы все, чтобы у нас есть? В Египет. В Египет. В Питер, да. Ну, Египет и вообще теплые страны, как раньше. Мы живем в Бресте. 20 минут, все, мы уже в аэропорту. Ну, вообще отлично. Если такие рейсы будут пользоваться спросом, то в перспективе планируется ввести еще ряд направлений чартерных рейсов в Санкт-Петербург, Минеральные воды и на другие курорты.